С наступлением зимы первое, что приходит на ум – новогоднее настроение. Однако не стоит забывать про коварную погоду, которая сама по себе вещь очень непостоянная. По словам метеорологов, ситуация с погодными условиями более чем понятна. И все нынешние проявления находятся в рамках нормы. Так, согласно официальной статистике, климатическая норма для декабря – минус 8 градусов по Цельсию. Кроме того, осадки в ближайшие дни можно не ждать, так как приближающийся к Татарстану антициклон разгонит все облака. Если еще сегодня мы находимся близ центра циклона, то этот, в ближайшие дни этот циклон сместится далее вглубь континента, и уже в среду мы окажемся в центре антициклона, области высокого давления. Таким образом, для нас откроется путь воздушных масс с севера. Именно они с северными потоками принесут к нам такую необычную, аномальную прохладу. Говоря о фоне температур, мы к концу этой недели, к пятнице, ожидаем фон температур близкий к минус 25. Это мы говорим о среднесуточной температуре. Напомню, что норма для этого периода около минус 8. Таким образом, аномалия составит около 16 градусов ниже климатической нормы. Также, исходя из слов доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимура Ухадеева, зима жителей Татарстана ожидает необычная. Последний ее месяц метеорологи обещают положительную температурную аномалию. Ведь и ноябрь был значительно теплее обычного. Почти на 3 градуса превысил норму. Среднемесячная температура составила минус 0,5 градусов по Цельсию. Тогда как обычно она держится на уровне минус 3,3 градусов по Цельсию. Но говоря о долгосрочном прогнозе, он действительно скорректировался. Последний день осени был выпущен скорректированный прогноз. Если раньше мы говорили, что декабрь прогнозируется в среднем ниже климатической нормы, то согласно актуализированному прогнозу, декабрь на подавляющей части нашей республики ожидается близким к климатической норме. Напомню, что норма для декабря – это минус 8. В то же время еще актуален прогноз на конец этой зимы. То есть у нас январь, например, прогнозируется близким к климатической норме. Но интересен тот факт, что февраль прогнозируется аномально теплым. Таким образом, мы ожидаем, что эта зима может быть короче обычного. И это уже тренд с изменением климата в Казани. Зима становится все короче и короче. Важно отметить, что температурные рекорды зимы часто связаны с антициклоном. Он разгоняет облака, которые являются экранирующим покровом и работает как одеяло, возвращая Земле постоянно излучаемую ей энергию. В условиях отсутствия облаков тепло уходит беспрепятственно. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Универ Новости.